Танцы и музыка с самого утра сегодня, несмотря на жару. На площади Победы собрались студенты, чтобы отметить День молодежи большой зарядкой. Представители медицинского, агротехнологического, политехнического университетов, РГУ, военных вузов. 500 человек собрала зарядка в этом году. Выпить молока, сфотографироваться на память, пообщаться с друзьями. Многие студенты пришли на площадку КМКЦ заранее. Для участников в этом году приготовили призы. Например, компания «Видикон» среди любителей фотографироваться разыграла роутеры. Чтобы получить приз, нужно было выложить снимок в Инстаграм. Хэштеги, какие у вас должны быть? Молодежь 62, на английском языке MOLRZN, либо хэштег «Молодежная зарядка» и хэштег «Видикон». Вот эти вот 4 хэштега. И авторы двух лучших селфи получат эти классные призы от нашего партнера. День молодежи в этом году выпал на середину недели, но большинство студентов праздновать его будут и в выходные. Пойдем либо купаться, либо в тренажерный зал. Ну, я думаю, что пойду на какие-то мероприятия на улице Почтовой. Ну и соберусь со своими друзьями. Я еду на территорию смыслов именно сегодня. Вот так вот получилось, что в День молодежи. Но я безумно счастлива, потому что давно хотела попасть туда. И считаю, что это будет лучше праздновать Дня молодежи. Самые активные участники получили и заряд бодрого настроения, и абонементы в фитнес-зал и бассейн. Дина Исляева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».